Всем привет, с вами Алфокс. Прошлая серия 11, которая должна была выйти, не выйдет, потому что я забыл включить звук и записать то, что я говорил. Но за это время, которое прошло, я повеселился на славу. Да, жалко, что не получилось все это показать. Я добыл столько ресурсов, прям некуда их девать. Ладно, я сделал АЕ-систему такую маленькую, в ней уже поместил. Что-то, видите? Что-то есть внутри. Также открыл просто тонны лаки-блоков, примерно 40 с чем-то. Золота, ну, слава богу, было достаточно. После того, как я открыл, я смог выполнить квест на 2. На 2. Так, челленджер. На 2 Netherstar'а. Видите, я выполнил, получил. После этого открылось еще куча квестов, которые нужно срочно выполнить. Чтобы выполнить эти квесты, мне по-настоящему потребуется очень много предметов. Например. Так, Nether Soul, почему у него 5 хп? Так, странно. Подожди, почему у тебя 5 хп? Difficulty где? Так, я опять что-то намудрю. Ладно. Попытаюсь разобраться, что случилось. Просто было новое обновление вот этой вот сборки. Бета 3. Я там сделал бэкап на всякий случай. Вдруг мир не загрузится. И после этого что-то случилось. Пропало. Ладно, чуть позже разберусь. А потом скажу, что случилось. Так. Что у меня получилось выбить? Так, куча всякого брахла. Они где-то были тут. Ну, алмазные. Такие вот. Алмазная броня, алмазные инструменты, блок алмазов, там два вот таких вот маяка. Вот, кстати. Звезды Незера. Вот эти вот яйца спавна. Дальше что? Тролль появился у меня огромный. Я его посадил в сафари. Ладно. Посмотрим, что с ним потом можно будет делать. Энгри Эндерман. Туда тоже посадил на всякий случай. Вилладжеры. Всякие. Овцы и так далее. Так. Что у меня тут еще интересного было? Здесь вроде бы ничего. Здесь тоже. Да. Ну ладно. Ну было весело. Скажем так. Очень много ресурсов, которые нужно переработать тут. Здесь я переставил Digital Miner, он до сих пор копает уже. 20 алмазов выкопал и 31 руду золота. И потихонечку нужно переносить все эти машины. Этим делаем за кадром, потому что переносить и ставить это очень долго. Так. Спускаемся вниз. Так как не было у меня возможности добавить туда голос, не хотелось озвучивать то, что я там говорил. А вот тут спавнер, и здесь получение у меня и эссенции. Куча свинок, и получилось мне из 4 из 6 свинок размножить их. Он там находится в морковке, а также семена, чтобы цыплят появлялись, поросята. С помощью хронотиперов все это переносится сюда, как только они взрослые становятся, отправляется вот в этот вот гриндер. Ну вот, кстати, сейчас скоро убьют вот эту вот курицу. Надо ее как-то подвинуть. И пускай она там останется. А вот еще одна курица, которая умирает, отправляет эссенцию сюда. Уже 25 тысяч. И здесь появляется всякая всячина. И чтобы поесть и так далее. Так, ну замечательно. Идем дальше. У меня есть АЕ-система. Ну, там нету карточек. Кстати, тут есть в квестбуке специальное задание, связанное с этими карточками. По 64 штуки каждого вида. Огромное число. И крафтить их придется очень и очень долго. 64 штуки. Это просто жестоко ко мне.
Да, к сожалению, даже с помощью Transmutation Table сделать нельзя. Ну ладно. Так, надо теперь скрафтить вот эти вот несколько мидрайвов. Ну ладно, пока я делал как раз таки мидрайвы, их делать очень долго, если делать вручную. Но можно воспользоваться вот такой вот небольшой системкой. И эту системку я решил показать. Каким образом она делается? Так, item conduit, это обязательно. Так, соединяем их вот так вот. И у нас на дворе ночь. Надо пойти поспать. Так. Ну, чтобы мобы не мешали, и спокойно можно продолжать делать такую вот системку. Так. Угу. Здесь. Дальше. Небольшой такой сундучок пускай будет. Вот сюда. Так. А дальше мне понадобится фильтр. Мода item не то. Item conduit speed нет. Advanced item filter. Вот это можно использовать. Бумага, redstone плюс любая голова. Так, сейчас будет бумага. В большом количестве. Так, сюда. Бумага. Так. Замечательно. Дальше. Есть бумага, можно пойти дальше крафтить. Головы не нужны мне. Где мои головы? Их было очень много. Во. Так. Редстоун и бумага. Наконец-то мои головы хоть куда-то пригодились. Готово. Advanced фильтры, они понадобятся в любом случае, поэтому это очень даже хорошо. То, что у меня завалялась куча голов. Себя снова. Так. Теперь нужно разобраться, в какую сторону что будет отправляться. Так. Поставим куда-нибудь сюда. Фильтр. 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 Готово. Так. Желательно поставить, скорее всего, несколько. Как раз таки вот этих вот. Так, где эти? Сундуков. Чтобы определить так, чтобы в каждый из слотов помещался какой-нибудь предмет. Тогда сделаем вот так. Что-то тоже понадобится фильтр. Замечательно. Так, если я здесь сделаю insert, вход, отсюда я буду забирать лишь силикон. Куда отправится этот силикон, который здесь будет находиться? Так. Забираем. И, кстати, он никуда не забирается. Тогда попробуем силикон отправить снизу. Снизу. Insert. В данном случае силикон тоже сюда не отправляется. Значит, в середину, сбоку, отправляется все. Insert. Да, силикон отправился вот сюда вот. То есть здесь делаем коричневый канал. Здесь делаем тоже коричневый канал. Готово. Теперь сюда просто положим нужную нам форму.
Так, снизу, скорее всего, будет забираться, поэтому экстракт. Синий. И out. Так, готово. Так, то есть тут insert. Синий. Экстракт потом можно будет настроить. Так, а почему он не выбирается? Или он будет сверху выбираться? Посмотрим. Struct. Ага. Точнее, я все перепутал. Он забираться, по сути, и не будет. Это все могли уже давно заметить. Потому что для того, чтобы его забрать, мне нужна совсем другая сторона. А именно вот это вот. С правой стороны. Так. Ключик. Чтобы снять вот этот вот циклический ассемблер. К сожалению, нету. Что делать в этом случае? Пока все отправляем сюда. И ломаем вот таким вот образом. Все готово, сломали. Так. С этой стороны disable. Extract синего цвета. Готово. Все должно отправиться вот сюда вот. Ага. Теперь отсюда будет забираться. Силикон просыпается. Ага. Я тут сделал нечаянный экстракт. Поэтому сверху забирается. Все готово. Теперь автоматически все будет переделываться и получаться силикон пресс. Он будет отправляться вот в этот вот сундук. Так, уже 4 штуки. Надо сделать несколько инскраберов и таким же образом все расположить. И будет автоматически делать столько, сколько нужно мне форм. Уже есть 6 штук. 7. Сейчас будет 8. Тут такая вот большая такая анимация интересная. И получается пресс. Так, готов. Силикон. Пускай будет 10 штук. Готово. Редстоун. Весь редстоун, который у меня был, находился либо в этом сундуке, либо выше. Вот он. Остальные в системе. Да, оттуда я пока что идти не хочу. Пускай собирается редстоун. Сразу помещается куда нужно. Insert. Пускай туда помещается золото. И отсюда тоже золото. Так. Вот, вниз так. Пускай тогда 10 штук будет готово. Золото потихонечку сюда отправляется, и мне еще нужна вот такая вот логистическая схема. 10 штук пускай делается. Так, 10 штук готово. Осталось получать logic процессор. 10 штук он пока что собирает. А в это время можно сделать не 1К. Ну ладно, не storage просто. Так. Main Storage Component. Он крафтится вот таким вот образом. Остается получить Redstone. Ну, на этот раз Redstone я все-таки возьму систему. Дальше возьму... найдется Atos Quartz. Так, Redstone.
Кварц. Здесь нет. Ладно, посмотрим. Здесь нету. Ладно, не хочу себя мучить. Делаем по-другому. К сожалению, здесь тоже нет. Так, попробуем съесть. Раз. И два. Все замечательно. Возьмем цветоскварц. Не чаржик, простой. Так, отправим сюда. Так, забираем. И все. Осталось забрать вот из этого вот сундука 10 процессоров. Сделать вот таким вот образом. Так, готово. Помещаем ее вот сюда вот. Дальше железо. Редстоун. И storage. И два кварцевых стекла. Кварцевые стекла у меня где-то были. Но, правда, я не помню, куда я их положил. Так, надо все сваливать вот сюда вот. Да, в систему. Так проще найти все. Готово. Осталось заполнить полностью вот здесь. Сколько у меня тут уже готово? 0 из 64. Ладно, соберу 64 штуки, просто потом потыкаю в Manual Detect и будет все готово. Так, уже есть какая-то часть. еще две штуки. Редстоун кончился. Три штуки. Потому что у меня там есть место только еще на один мисторидж. Готово. Ну вот так вот. Быстренько сделали мисторидж. Работали его. Теперь осталось закидывать весь мусор сюда. Так. Потом перенесу все оттуда снова же в эту систему. И можно ее будет расширять потихоньку. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.